Они же... Я ж тебе... А это еще кто? Ниндзя. Ниндзя. Вперед! Хорошо! Всем привет! Это канал Кегидо, и сегодня мы пришли кататься на собачьих упряжках. Хаски Лэнд. Сегодня мы будем кататься на собачках. Пойдемте посмотрим, что там внутри. Заходим аккуратно. Пошли. Так. Аккуратно. Нам надо в дом шамана пройти. Пойдемте. Дом шамана это там. Я не взял с собой перчатки, так что руки замерзают. Идемте. Кто такой шаман? Шаман, ну колдун. Колдун. А, ну сказки сейчас рассказывают. Пойдемте. Это дом шамана. Смотрите, это черепа, настоящие черепа. Покажи. Котел. Там, да, вводят людей в транс, а? Да, котел. Вот здесь готовили еду, наверное, да? Ну, и не только готовили, готовят, наверное, да? Класс, смотри, Камечек, здесь еду готовят. На костре. Может, для нас что-то. Ну да, есть. У шаманов же, у всех этих полевых людей, у них же нету, как у нас, газа, плитки, всех условий нормальных. Они все делают в полевых условиях. Пойдемте к шаману зайдем. А как это уже есть, а? Да. Пойдемте, заходим к шаману. Так. Заходим, заходим, заходим. Не бойся, давай. Аминочка, не бойся. Давай зайдем. Аккуратно. Здрасте. Шаман нам все мозги зашаманил. Пойдемте в вольер, посмотрим собачек. Да, смотри, собачка на медведя похожа. Пойдем. Привет. Красавчик. Ты не кусаешься? Не бойся, наверное, не кусается. Да я спрашиваю. Они не кусаются, да? Нет. Можно гладить? Можно погладить, Камиль, они не кусаются. Я знаю. Ой, какой ты, ой, какой ты, ой, какой ты пушистый. Мам, сними мне перчатки. Какой ты пушистый, тебе нравится, когда тебя гладят. Ох, ты маленький. Маленький, смотри, какой у него розовенький носик. Ну что, ты хочешь выйти? Тебя не выпускают, тебя держат в заточении, да? Ты хочешь нос покатать? Ты хочешь нос покатать? Папа, смотри, я его гладил. Да. А его можно гладить по головке, не бойся, он хороший. Посмотри, пап! О, смотри, как он прыгает, смотри, смотри, смотри. Смотри, смотри. Ты прыгунчик, привет. Ух ты. Смотри, Аминка, как прыгает. А ну-ка прыгни, еще. Ну что ты, им скучно здесь, вольере. Ух ты. Давайте вместе, давайте не будем ругаться и вместе. Аминочка, давай. Можем по чуть-чуть. Ну, чуть-чуть, ты чуть-чуть. Ну, хорошо, все, посадите его. Я хочу вместе. Сейчас они из-за этого Яшу поругаются. Давай, лапку, дай лапку, мальчик. Яш, дай лапку. Молодец. Смотри, какой красивый. Аминка, смотри! Они же, я тебе... Давай на большой!
порошок. Оп. Хорошо, молодцы. Лево. Хоп. 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 Вперед. Хоп, 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 хоп. Сидим. Хорошо, хорошо, хоп. Натягивай, целься и отпускай веревочку. Раз, два, три. Я все вместе. Куда? Тарзана индеец. Еще кто? Ниндзя. Сильно, сильно, только за пластмасску. Сильно. Какой молодец. О, молодец, Унечка. Все. Все, кабан мой. О, нет, не мой. Нечки, вы так сильно проголодались, что решили перекусить. Да? Мы еще и замерзли. Пельмешки. А у тебя что? Пельмешки. Мама, у тебя что? У меня борщ. Я так замерзла и проголодалась. Да, у меня вот лапша куриная, моя обожаю лапшу. А что такое? Всем ну, приятно. Я буду вот так вот кушать. Нет, вот тебе вилочку. Вот сметанка. Покай. Дайте мне тоже сметанку. Держи, покай. Аккуратненько только. Ну что, друзья, если вам понравилось наше видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, это вот эта красная кнопочка, которая находится под видео, обязательно надо на нее нажать, и на колокольчик, который находится рядом с этой кнопочкой, для того, чтобы не пропустить наше новое видео. Пишите нам в комментариях, есть ли у вас домашние животные и какой они породы, а если нет, то кого бы вы хотели завести. Не забывайте, что у нас на канале сейчас проходит конкурс, где можно выиграть целую коробку Лего. А описание этого конкурса и ссылку на него вы можете посмотреть также под этим видео. Желаем всем удачи, всем пока, до новых встреч! Пока-пока! Пока-пока!